Я очень рад, что та идея, которая была предложена Артемом Аветисяном с Камчатки в прошлом году президенту Российской Федерации, сегодня уже воплотилась в жизнь. Движение «Юнатов» создано. Это возрождение того легендарного движения, которое в Советском Союзе существовало, включало миллионы советских школьников. И сегодня я очень рад искреннему желанию современных ребят, современных школьников участвовать на деле в сохранении природы. И я вдвойне горд, потому что это происходит на Камчатке.